Здравствуй, любимый зритель! Это продолжение FFA сериалов Sid Meier's Civilization 6 за Конго. Но если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, ведь всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра! Ну все, Алексей, больше некуда, никуда больше не достаю. Ой, я так счастлив, не поверишь. Вот просто подлодку купить тут. Парочку подлодок. Серьезно, араб, ты ведешь инженером ставить против меня шахты? Он просто там стоит, чтобы кое-что срубить. Там... Я не знаю почему, но я убил там подлодку. Ну отлично. Он еще и мои подлодки просто так видит. Ну не просто так, может, это то, что куплена была. Или из-за Вильнюса, который мой союзник. Подожди, ты возле Вильнюса не видел? В Пинде. Как Вильнюс может видеть мою подводную лодку? У него там танк на воде. Или может они в гавани отображаются? Ну, у Вильнюса на воде танк. И что, он в трех клетках видит подводную лодку на воде? Он же не в соседней клетке находится. Ну, вообще, вот просто эту клетку он видит. Блин, видимо, лодка вообще была не в маскировке. Лодка не в маскировке. Мне это тоже не нравится. Ай, нафиг это все надо, все эти юниты. Ну еще и как нет подводную лодку тут. Ну осталось только тут город поставить, вот попробовать и шахту сразу военным инженером. Все. На самом деле я смотрю на количество подлодок фантома. И мне очень весело от этого становится. Ну что, две штуки? Одна. Ну одна. Такая ему что, больше надо? Ему больше не надо? Не, ну в целом. Потому что все остальные в игре. Всем остальным в игре пофигу абсолютно. Он просто стреляет в меня ядерками, все остальные сидят. Я, кстати, так и не понял, куда делся тот флот индийский. Большой. Он никуда не делся, он есть. Ну, я имею в виду, почему он не поплыл. Не знаю. Он грека захватывает с моря. Индус, тебе все равно не хватит очков. Не, я знаю, что мне не хватит очков. Единственный вариант это улететь. И ты поэтому ты решил озвучить, да, чтобы на тебя теперь тоже ядерка упала. А, ну кстати, космопорт построен. Ну, у меня очень большие сомнения, да? Что... Покажите где. Ты своей одной подлодкой поплывешь к Индусу? У него не одна подлодка, я только что видел. Ну, а надо же как-то останавливать его. Я не буду помогать фантому, пускай Индус улетает.
Антон, ты же можешь шпионом посмотреть, где у него космопорт. У меня Россифон. Я сейчас могу посмотреть экран загрузки. А ты индус достроил или купил космопорт? Построил. Серьезно? Серьезно. Может долго строится, когда 10. 6 ходов. 6. А, у тебя Срурка город, да? Нет. Сруркой у Египта. Срурка, так называемая. Ага, вот, в городе с Петрой, да? Камень сюда подплывает. Ну, лучше танком эту бамбу захватить. Честно, если я куплю тут подводную лодку, она умрет сразу или как? А, сначала надо, похоже, починить район. Блин, у меня куча ядерок, просто куча. И что? Так, а чё ты бахни вон на танк мой. Ты можешь вообще там в Спарту бросить и просто все забирать этого. Зачем? Пускай там Спарта вся в этих, в юнитах индуса. Ну, я же говорю, на его юнит и забрать его просто. Зачем? Тут что, индус побеждает как-то? Посмотри. Получишь себе как раз. Блин, куда он еще сбросил? Очки же норм тема. У нас с индусом договоренность, я ее не буду нарушать. Ой, боже, Фантом, как ты уже достал, а, со своими этими? Ты же сказал, у тебя закончились. Не, я не достаю дальше вот этого радиуса. А ядерки-то у меня есть. Блин. Мне их так же, как тебе, девать некуда. Араб, давай, когда там что-то сделаешь, я не знаю. Я как-то бессмысленно тут сижу абсолютно. Египет мне подлодку убил, блин. Такое ощущение, вот всю игру, все вот эти люди что-то пытались против меня сделать. Все. Сидели. Такой бред просто. Так, ну что, мне убили этого? Как его? Инженера военного. Так ведь? А индус на 100% не забирал кого-нибудь? Нет. Точнее, он забрал на 750, Лёша забрал на полторы, а я забрал на 100%. Ему очень нужно вот этот ещё один. Ну, может, не считать. Ну, мне где, хоть где-нибудь поставить эту шашку тупую. По этим потехам. Тут я не могу, потому что разрушено. 9 ходов. Лунный модуль. Да нет, по-моему, это нереально. Ну, вопрос в том, если что рубить, и если рабочие, чтобы ускорить этот процесс. Рабочие, на самом деле, нормально, по 15% дают. Рубить, кстати, есть немножечко. Блин, подлодку не могу. Блин, такой бред. Ну, во-первых, он там рубил. Войска там есть, там и танк стоит, и... Где танк? Вон сверху, около Скона, в Алеппо танк, так в он... Багдаде вертолет.
Он же едет, ну, он же едет. Алексей, я хочу, чтобы ты мне доверился насчет инженера. Мне не хочется говорить, зачем он мне там, но он мне там нужен. И не для тебя. Какая интрига. Какие еще там есть цели в радиусе поражения? Ну, докуда у меня тут долетает эта ядерка? Я потом тебе расскажу. Херово она долетает. Ты сжигаешь, да ладно? Ну да. Держать не могу. Значит, а что ж? Ой, как плохо все. Нифига я ядерную программу открыл. Пора предложение. Произошло. Поплыли малорики. Ой-ой-ой. Я надеюсь, индус понимает, что я их вижу. Я думаю, он их распределит так, чтобы ядерки их не убрали. Все. Да, с Грузию в ядерный пепел. То, что эти геноцвали сделали с Конго, это просто мировое сообщество должно в охренее быть. Тем не менее, это никак не мешает Конго оставаться главным претендентом на победу по очкам. Сколько ну, лет? Ну, 12, наверное, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И как минимум где-то вот здесь надо шахту иметь. Алексей, у тебя случайно не появилась возможность вернуть мне кое-что хотя бы в какой-то мере? А если бы третий раз бы приняли, что бы было? Тысячу возьми. Это, по-моему, без промки. Почему я Митяю? А, потому что он войну тебе объявил. По идее, он успеет добраться. По идее, да. Боже, тут еще все. Все в ядерном угаре просто. Хорош. Так, мне надо к носу заплатить. Выцелил.
Это не Алексей был? Я думал, это Алексей. Нет, это не я. Что, кто кого выцелил? Ну вот теперь поиграем на равных. Он нашел твою подлодку? Обе. Там две было? Я только одну видел. Нет, одна, которая долбила Леху, а другая, которая была бомбить меня. Только он не учел того, что мы в союзе против Греции, и это все видно. Я твои подлодки тоже видел, но я постеснялся. Ну да, ты мои видел, но главное, что я твои видел. Я постеснялся на подлодки. А у тебя только две подлодки. Ты больше же не строил. У тебя четыре, они плывут от твоих границ. Ну да. Со скоростью там. Хотел бы я кое-что вам сказать, ребята, но я не скажу. Потому что ты не очень внимательно явно играешь. Интригуй. Индиец. Индус, простите, я не образован просто. Ты излишне самоуверенно сыграл, Фантом. Ты же мог разглядеть мои города уже же, но которые морские. Дели, Майсур. На Гри я постеснялся нападать. Ну вот зря. Ну мы в союзе, мы как бы все видим, наверное, это будет не очень хорошо. Ну, блин. Да, пускай. Доплывешь, так доплывешь. Так, ну мне какой-то танк тут нужен. Алексей попросил небольшую часть. Чтобы что-то... Блин, какими тут юниты остались? Арбалетчик. Вот, со времен он там. Он далеко. Давайте тут купим вертолет, наверное. Будем вот Кнос захватывать. Перган. А когда я говорил то, что я обосрался, это я обосрался в том плане, что у меня не было возможности строить военных инженеров, чтобы запускать со своей территории ядерки. Куда ты собирался со своей территории запускать? Ну, мне надо было вот эту вот подлодку, которая бомбила Конго, уничтожить как-то. Но я придумал, как это сделать. И чем ты ее убил-то в итоге? А, вон я вижу шахту. Да. А, ты захватил Спарту, в котором можно было инженера? Да. Мне это надо было. Я-то думал, я прошел рядом с границей, меня спалил Алексей и бахнул туда. А это все видел Ингус. Не, вот эта вот коллективная видимость, она вообще зарешала. Без нее бы я бы вообще бы тут проиграл бы точно. Египтянин, а ты знаешь, что ты получаешь урон на зараженных клетках? То есть я знаю. Ты так уверенно туда встал просто под лодкой. Ну там спрятался типа. А почему Перикл мне войну объявил? Это бот. О, еще и против Индии Emergency. Давайте. А, блин, так еще и... О, боже. Прости, братишка. Не, ну у меня тут как бы шансы уже появились выиграть. Я понимаю. Улетом? Да. Фантом, ты видишь то, что вижу я? Навряд ли. А, подожди. Блин, я на самом деле не очень хорошо так что сделал. Я сейчас ничего не вижу. А тебя рассинхрон или что? Нет, просто лучше. Я убил твою подлодку, но я думал, что у нас закончился союз, а он не закончился. И я хотел так тебе уже бросить убил. Войну и ядерки кинуть. Ядеркой. Но потом я понял, что... Я думал, что из-за кризиса я не могу тебе войну объявить. Что написал, типа, союзники. А потом я уже увидел, что у нас с тобой просто союз. Это было неприятно. Какая грустная история.
и поучительная. Да. Ну я-то все равно скоро тебе брошу ядерки, но не так быстро, как хотелось. То есть ты думаешь, я буду сидеть и ждать, пока ты мне сбросишь ядерки? Ну, раскидаемся. Чё? А Алексей победит. Нас устраивает такой сценарий? Фига себе. Как он победил? Пачка. Он бомбил. Не. Все еще больше очков. На 50, правда, больше. Но я могу, это может, вопрос времени. Делать. Это вопрос времени. Ну, у вас же там святая дружба, нерушимая. А, кстати, да. Я, может, и не улечу, но... Возможно. Да ты точно не улетишь. Что-то мне так кажется. Алексей, так а ты дружбу со мной примешь? Потому что если нет, я продаю союз с фантомами, я такую... Конечно, приму. Вперед. А, я не улетаю. Не, вот слушай, не улетаю, почему, вот смотри, когда Алексей тебе объяснял эту ситуацию, то, что в данный момент ты больше играешь на меня, это сработало. Когда я тебе объясняю, при этом вот по таблице ничего не поменялось. Соседи. Фантом, он сейчас просто он будет захватывать смотри, твои города и получать за это очки. Он не может... с индусом воевать, потому что у них дружба на словах. Не может с Египтом, потому что Египет далеко. Грек — это бот. Ну, с греком могу. Точнее, я с ним и воюю. Он благодаря тебе мне войну объявил. Но это бот. Ты просто заберешь его. Я свое решение принял. То меня скоро забанят за тимплей с тобой, я чувствую. Ну серьезно, сколько я могу тебе... Просто, понимаешь, это же даже не тимплей. Это какой-то невыгодный тимплей. Я просто помогаю тебе выигрывать постоянно. Это меня уже начинает бесить просто. Я хотел на тебя напасть в этой игре, но я не понимал, что ожидать от шотландца. Это было минусом небольшим. О, блин. Если бы я понимал, что ожидать от шотландца, слушай, а может мы союз заключим вообще, араб? Я хотел тебе предложить, поэтому... Ну, давай. У меня к тебе караванчики ходят. Сейчас бросил. Я начну с фантомом. Я принял. Ну, все, Алексей, карт-бланш твой. Какой карт-бланш? Ты мне все города убил ядерками. Что ты сейчас хочешь вообще? На 50 очков у тебя больше. Кто тебя обгонит? Сейчас тебя заберет Влад и радостно меня обгонит. Такси. А ты должен страдать, я считаю, что это правильно. Потому что, блин, прийти и тупо меня забрасывать ядерками, это вообще... Ну ты лидер, причем, пачка. Причем использовал этот багнутый какой-то этот кризисный союз против грека, это вообще трындец. Ну, если бы я знал, что так посчитается в дальнейшем, я бы, конечно, не использовал. Ты уже бросил ответочку, я не могу бросать. Боже, как красиво, да, какой ядерный угарчик. Фантом, остановись. Ну почему? Мы с тобой не можем быть друзьями, ты об этом? Да. Я не знаю, Фантом, ситуация такая сделала. Ты сделал свой выбор. Не, я как бы последнего тебе говорю. Что происходит? Я не понимаю, куда мне юнитами ходить. У меня везде все взрывается. Фантом, это еще долго будет продолжаться, только честно. Не думаю. Ну я просто еще могу парочку бросить. Да, а так? О, это было сильно. Ты по всем трем смог попасть?
Не думаю. Только захватывает Тбилиси, что у тебя, или это у тебя линкор стоит, что это? Да я пытаюсь, просто ходы не делаются. О! А, да, там, а там параллельно Медина захвачена. Интересно у вас тут, конечно. Да. А так бы сидел Фантом, просто на всех бы ядерки бросал. А так Лёша победит. О, теперь Лёша победит. Чигур был лидером. Сейчас все в руках людей. Индус захватывает грека, араб захватывает тебя. А так было бы только просто у тебя одни возможности победить, и все. Если бы я хотя бы мог в тебя кидать ядерки, можно было бы о чем-то говорить. А так я просто как этот сидел, груша набивная, в которую ядерки бросают, и все. Что я могу сказать? Ничего не говори. Еще одна, да ты шутишь. 12 штук у меня было. А сейчас сколько осталось? А я тебе так взял и сказал. А возьми и скажи. Не стесняюсь. Не надо стесняться. Блин, не показалось, что ты город сжег, а ты их не сжигал. Я не сжигал. Какой город? Ну вот видишь, там как-то дурацкий дамфри стоит, что такое ощущение возникло. Так, а если написано, что оружие недоступно, это что значит? Сломано. Шахта разрушена. Неприятно. Ну а что поделать? Все карточки слетели, там минус деньги, минус наука, минус культура, минус все. Надо и Лёша, чтобы туда забросить. А хотя Лёша там и так все нормально. Ну в смысле? У него куча городов хороших еще осталось. Ну не так и много. До которых уже некому дотянуться. В смысле, чтобы еще Лёша забросил? Я не могу дотянуться до Грузии. Чтобы у всех была ядерная война. Не, чтобы по тебе забросили. По мне? Да. То есть по мне мало упало ядерок. Я считаю, что у тебя много городов, тебя должны парочку забрать. Но у нас с Фантомом на самом деле сейчас размер, размен один в один, понимаете, насколько все круто получилось. Ну, кстати, да, я думаю, что неоднозначно. У меня мышка не двигается влево, а, нет, все двигается. Так, ладно. Так, вот как теперь мне этот город оставшийся? Перикл осуждает меня, думает, что я вармонгер. А ты нет? А я нет. Ну скажи им. Да, слушайте, пока... А, кстати, по поводу очков. Все-таки я предлагаю победу очков. То есть мы смотрим, когда уже игра закончилась... Мы смотрим все-таки, у кого больше очков в итоге. Потому что игра хреново считает. Все согласны, как бы? Конечно, я согласен. Блин, хотел... В смысле, хреново считает? Она... Неправильно. Там, в общем, такая система. Игра начинает в конце хода... Точнее, в начале... Ну, вот, 150 ходов, да? И она в конце 150-го хода начинает сравнивать с очками... которые были на начало 150-го хода. И если, например, у первого будет... В общем, там получается так, что преимущество у того, кто выше в лобби находится. Так вот, я проще расскажу.
Кстати, мы выполнили кризис захватить Тбилиси. По 3500 поделились с Египтом. Спасибо, блин, Влад. Принять обидно. С ума сойти. Правда, куда эти деньги тратить, непонятно, ну. Ты мне можешь скинуть. И мне. Мы можем вообще с тобой, Алексей, замириться, побеждая на здоровье. Все, ты сдался? Не, ну а чё, как тут 100 очков камбэк? Блин, мне одного прям или двух ходов не хватало, чтобы лететь. Обидно. Я думаю, побольше. Будем Каринф захватывать. Нет, два хода максимум. Меня, кстати, вот знаете, что удивляет? Сейчас 146-й ход, и Греция все еще стоит. Все еще стоит. Не, все, уже не очень у нее получается стоять. Не знаю. Там Каринф еще на уст. Ну, она стоит, потому что меня постоянно отвлекали от ее захвата. Какой интересный постил индуса. Блин, я думал, ты его все-таки не спалишь. Он стоит на соседней клетке. Там даже если на алерт юнита ставить, он же проснется. Да, я готов заключить мир с грузином. Потому что нафиг надо. Ужасно. Давай в Дели. Сам виноват. В каком смысле? Ты на меня напал. Ты на меня напал. Ты на меня напал. Ты заход до нападения сказал. Я тебя просто убил одну подлодку, я бы все равно. Давай царит, неужели я все-таки по очкам победил? Господи. Ну где-то ядера в сумме где-то 15 выбросили друг на друга. Если у меня 12. Было бы врачено. Просто если бы араб нападал на меня. Контратасиона не дает вот по слову, блин. Очки. Ну да, только постройка его дает. Ой, мир с Египтом, как прекрасно. Кто мне войну объявил, зачем? Кризис кто-то против себя принял. Да, я понял. Потому что вокруг него загрязнение. Вот это неприятно. Центр города так долго деконтаминируется. Это если бы это не ракета упала. Вроде как нет. Если там... там предложение. Ты опять бросаешь? Да хватит, остановись. У Алексея 1200. Все, он победил, смиритесь. Наслаждайтесь ядерным угаром. Уверен? Ты не у меня бросал, да? Да, абсолютно уверен. Ага. Тянет. Ты же понимаешь, что я тебя могу забрать. А дашь мне этот куда бросать? Я его ядерные подводок не вижу, у него обычный флот. Там он просто линкорами приплыл и тушит меня. Не, подлодка есть, но она обычная. Там индус где-то должен доплыть. Ну индус вроде к тебе плывет, или думаешь, они на меня решили? Ребята, я не знаю, тут уже вещи не важны. У Халецкого как прибавилось резко, это... счет. Так я Кнос захватил. Он с чудесами? Я бы тебе индус посоветовал Маскат захватить. Окленд. Торонто. У меня войска не дотянут уже тут. А за ГГшки что, больше дают очков? Нет. Не, ну или просто это города. За них мало очень дают. 20 очков там обычно дается, да, вроде? Что-то как за город, Ну, считай, за жителей и за... с того, что это просто город. Да, в Кносе, кстати, статуя свободы. И Христос Рендер. И Христос Рендер. 50 очков, как раз 50 очков. Да, это сильно. Боже, неужели
бы выдержал это все. Всю игру. Всю игру. Как дела с деньгами, Фантом? Нормально? 3700. А минус есть? Нету минуса? Нет. Ну ты читер, конечно. Читер тот. Я, кстати, не знаю. А, ну я все на золото поставил, конечно. Ну меня просто, ты мне очень много этих разбомбил. Как он называется? Ну, кстати, просто очень много разбомбил, без уточнения. Не, не так много. Ну, у тебя 3 города осталось, у меня 4. Так. Я могу уменьшить, если тебе, ну, хочется туда попонтоваться. Ты уменьшай, можешь, уменьшай. Я... Ну, как бы, а что делать-то еще, ё-моё? Получил фантом? Понторез. Ага, вот оно. Я сидел под твоими ядерками, сколько ходов вообще? Ты знаешь, как, знаешь, как раздражает, когда у тебя 12 ядерок, а ты не можешь их кинуть никуда? А на тебя все сыпется и сыпется. Я свои 12 ядерок раскидал просто за минуту. На Влада я имею в виду, да. На тебя я там долго смаковал. Не, я, конечно, я согласен, что я не прав, что я не подготовил заранее подводные лодки, там прочее. Но, во-первых, у меня был только один город прибрежный вообще, в принципе, и он такой галимый-галимый был. Египтянин, брат. Ну. Может, ты можешь там Халецкому пару ядерок закинуть и пару городов сжечь? А ты дружбу заключил с Халецким? Если они у тебя есть, то дай. Ну, я не хотел, чтобы он сейчас пришел в спину мне, он бы точно меня забрал. Ну, как можно надеяться на египтянина? Когда он так далеко. Вообще пление ядра не вышло. Ну, тем более. Тут единственное, что может позахватывать оператив, это вот ты и Индия. Индус, ну чё, конечно же, давай дружить, давай мириться. Нет бы тоже покидались, как мы. Ну видишь, они на меня машинили, а сами. А что, какой у нас тимплей с индусом был? Ну он играет на твою победу. Он на свою играет, он захватывает города грека. Он мог бы тебя захватывать. Так у него 150 очков, но у него было 800. Он не мог бы меня захватывать, потому что его танки умерли сразу от моей ракеты. Есть ядерка лишняя, друг. Есть. А бросишь под Дамфрис, ну в идеале вот на первую клетку, которая вот на въезде в него. Так а смысл-то в чем? Ну блин, у меня сейчас заберут город и... Он был мой когда-то, когда-то шотландский. Он вообще был моим по дефолту, не надо тут туда начинать, это мой... Дамфрис твой по дефолту? Он был мой еще с первых ходов этой игры, не надо потом это выдумывать. Дамфрис? Египет, прими, пожалуйста, да. Предложение. Дамфрис это шотландский город. Посоперничать с Халецким. Надо очень, спасибо. Причем он так поставлен, что он не дает мне поставить на реке в четвертом радиусе от столицы город в ту сторону. Я понимаю, но ты хочешь, чтобы египтянину что-то доставалось? Да мне кажется, тут уже не важно. А тем временем на втором месте уже этот, индус по очкам. Ну, все правильно. А захватывал бы тебя, был бы на первом. Ну, там, да, это спорная ситуация, это спорный вопрос, как там получилось бы. У кого лучше позиция, кто сильнее. Без Египта я бы не захватывал. Никак. Египет без ядерок тебе ничем не поможет. Это правда. Ну вот видишь, Влад. Кстати, Индус, они... а чего ты Египет не захватываешь? Потому что у меня с ним союз. Мне надо было как-то обезопаситься от Фантома. Если бы я напал бы на него, ну я бы его просто быстро бы не захватил. Фантом, вот ты едешь этим танком, я же его, ну. Я еду. И мне надо было как-то греха захватывать. Ты же не парься, Влад, мы с тобой тут вылетели. Не, ну я награду за все грехи египтянина.
Египтянин ни в чем не виноват. Так, подождите, а почему ты, Влад, не смог у Грузии ничего захватить? Потому что у нас было где-то в сумме 20 ядерок, и они просто полетали на все наши города друг друга. Ну, юниты поумирали. Ничего не осталось. Так, а юниты у тебя не было, вот, захватывать там города? Были, они были по всему периметру, у меня осталось 3 юнита. Потому что, ну, блин, они умирают. У юнитов есть такое свойство, да, они умирают. Причем за каждый. Очки дают за эти, за национальные парки, за курорты на побережье, за артефакты. За что только не дают очки? О, так мы замирились еще. Так, давай посмотрим, что тут у нас. Оружие недоступно, почему? А, еще ход не начался. По идее, тут осталось... А, ну последний. А, ну этот и следующий. Так, а следующий ход у нас активен будет? Да. Да. Че, улетаешь? Да не. Не, я уже все, я бросил золотые. Очка. Даже не близко. А, ну короче, вот, что я хотел сказать. Ну, я думаю, ты, Влад, теперь уяснил раз и навсегда, что... Не, я что... всегда был уверен, что воевать с соседом — это самое худшее, что ты можешь сделать. Ну, то есть, дальше. Именно на ядерках. Потому что вы просто друг другу убиваете игру, и все. Когда больше там есть... Происходит. Когда есть лидеры. Ну, теперь у тебя есть этому... Подтверждение. Аргументация? Ну, я... Да, да. Это же то же самое было, когда мы с тобой играли последний раз, когда ты был за Конго, а я за... Голландию. Ну, какой... Не, ну там-то как бы ничего не случилось по-настоящему, скажем. Ну, я имею так. в виду, что было бы то же самое, мы просто друг другу сломали... Не, ну подожди, а что надо было делать по-другому? Дело в том, что если бы араб ехал... Ну, забрасывать тебя. Так вот я как раз в тебя-то мог ядерки бросать? Я в тебя, и нормально, я бы... Ну, понимаешь, вот в тот момент, в тот момент, когда я к тебе приезжал... Modern Armor, если бы ты... Если бы мы не замирились, следующим ходом уже бы летели в тебя ядерки. И что бы ты делал в такой ситуации? Сидел бы без городов, это просто отдача победы Фантому. А мне что, ждать, пока ты на меня нападешь? Так он тебе отдает. Как он ее отдал мне? Тем, что нейтрализовал меня. Он хотел тебя захватить и получить очки. За это. Он мог это сделать с тобой. Точно такая же ситуация. Со мной ему даже хуже, потому что я ближе. Точно такая же абсолютно. Ядерки, захват, да, да. Все есть. Все в наличии. А так ты можешь приехать его захватить, но ты замирился. Ну, если бы он со мной не замирился, я бы тебе продлил. Да. Он бы, если бы я с ним не замирился, я бы... То есть, если бы я с ним мир не заключал, дружбу... Он бы меня тогда точно захватывал, потому что я нету выбора. Он не может с двумя воевать. Не надо. В идеале я хотел бы... Не, на месте египтянина именно вот этой расой, ну любой вообще нации. Просто, блин, там такая халява. Ты сидишь, ну реально халявишь пол игры. Ну, если ты на месте египтянина. А если на моем месте не халява, нет? Мы тут вообще как бы дружочки-пирожочки с Египтом всю игру. Да нет, там грек. Там грек, у которого были города. Я бы эти города забрал уже давно, как шотландцы. А, ну да, да, да. Там еще надо было на Каве приходить, забирать грек, и все, у тебя куча да, городов. Ты забираешь города и радуешься жизни. Это вот ошибка Египта. Он бы мог бы тут включиться бы в борьбу, если бы забрал эти города на Каве бы еще. Фантоми, что ты будешь пытаться? А у меня танк не доезжает. То есть вообще никак. Ну просто у меня все еще остались ядерки и танки остались. Так, ну давай посмотрим. Ну да, вижу. 140 танк. Очков. Ну посмотрим. Нет. Он как раз не может строить свои коляски, зато может строить... Чего забрасывать Ганди? Тебе может просто надо было в космос попытаться улететь? Я бы не улетел, у меня не науки. У меня все еще не все техи открыты. А почему у тебя так мало науки было? Ну. Не вот знаю. Непонятно, да? А, ну у меня ГГш. Я ГГшки нашел, не знаю, там, спустя пол игры. Согласен. Ну тут уже надо, наверное. Зачем ты берешь? А, я понял.
Это последний, да? Да, не последний ход. Ну, в общем, я Shift-Enter нажимаю. Я тут уже ничего не сделаю. Не хватает. Раб, я тебе бью войну, но это потому что на твоей территории египетские юниты. Я понимаю. Не буду же ядерку вставлять. Эх, блин, а если бы я сейчас не осуждал бы Конга, у нас бы была бы заруба бы с Халецким. Хотя какая заруба, если бы Фантом бы у него бы снес бы всю армию, да, ядеркой. Ты же у него всю армию ядерками снес, да? Ну, я особо-то не целился по армии. Я по инфраструктуре, по городам, по караванам, это по дорогам. Город, запомните, хватит его трогать. Какой? А вот этот Стерлинг. Ты думаешь, Индус, что ты раньше был бы в ядерках, и у тебя было бы их больше? Не, смотри, просто если бы я тебя не осудил, мы бы заключили бы дружбу, и там несколько ходов вот сейчас бы в конце бы оставалось. Я бы просто своей армии бы, ну, тебя бы напал, может, что сделал бы. Да. Ну, Лёша куча ядерок тоже, понимаешь. Тут же дело не только в том, что надо кидать ядерки, но надо еще города и захватывать, и так, чтобы я еще у тебя их не захватывал. Вот посмотри на грузина и араба, которые позахватывали друг у друга города, и потом все вернулось на свои места. Ну да, мы потом вернули то, что потеряли по факту. Так, 150-й ход, не, ну, ядерка осталась. Дамфрис мой был до начала бомбардировки. Ну то давайте Shift-Enter. Давайте, давайте. Сейчас, секунду, последняя ядерка летит Фантома. А почему в меня? Почему не в Египет? Ты меня больше отправил, чем я... А, в смысле, Египет не забирает город. Он забрал город, я убил его, я убил этот город и вернул себе. Все нормально. Тома, ты зачем убирал? Это же еще при том, что... А кто забрал ученого на ускорение всех тех? Я забрал. А, ну вот, это неплохо было. Вот именно, за счет этого я мог... Но, видишь, промку забрал все равно. То есть, мне кажется, тебе бы на детали времени не хватило. Сколько у тебя космопортов? Ну, один? Достаточно. From our humble beginnings ages ago, have you forged a civilization that has withstood time? Ну да, у меня еще один этот проект был. Прежде чем включить вам обсуждение участниками партии результата, я хочу высказать свое мнение, опять же, по поводу логики игры FIFA. Вот вы, люди, которые полностью посмотрели все 9 серий, я думаю, вы наблюдали за перипетиями, и на этом примере я хочу пояснить, где и что неправильно делали участники, исходя из логики того, что требуется делать FIFA, когда играет 8 человек. Ну, начнем, конечно же, с француза. Его главная ошибка – то, что он вообще решил в самом начале игры на кого-либо нападать. Он построил армию, я вам напоминаю, подвел ее греку сначала, потом грек ему предложил напасть на меня, и вот там была война, и так далее, и так далее, и так далее. Дело в том, что у него была куча территории, и она была настолько же хороша, как и у меня, в принципе. Вот это, вот посмотрите, Париж, тут еще был французский город, вот тут Руан у него, Лион. Вот эти, ну, Ла-Рошель, естественно, бывший французский город, Индус появился вот здесь. То есть вот он тут поставил несколько городов, но в принципе практически вот так территория была французская полностью. И более того, он еще тут мог ставить. Ну, тут, может, не так прикольно, но захватить Окленд тоже он мог, это все могло быть его. И здесь... Для развития очень хорошее место, ему много где ставить есть города. Получается, логика в чем? Вы либо тратите производство на то, чтобы делать поселенцев и заселять территорию, либо тратите производство на то, чтобы строить юниты и захватывать соседа, и за счет его захвата получать то развитие, которое вы не получили, не построив поселенцев и не основав города. В случае француза, если бы он развился и после этого нападал на меня, мне бы не поздоровилось. Потому что он явно был бы примерно со мной на одном уровне по развитию, по науке, и вдвоем с греком они могли бы меня взять. Проигрыш француза в
том, что он не развился, хотя у него была такая возможность, и напал на соседа. Вот кому надо было точно нападать хоть на кого-то, это, естественно, греку. Я когда играл, вы же понимаете, вы открываете карту, вы не видите реального положения дела, только видите там соседние города. Я не видел, что у него здесь вот уже все море. Я-то думал, вот у него тут Спарта, Пергам, ну, Кнос видел, и тут еще куча территорий, что-то типа такого. На самом деле у грека вот Спарта, Родос, Пергам, Афины и Кнос. Все. Больше ему города ставить некуда абсолютно. Тут его подселил египтянин, тут его подселил я. Ну, хотя как, подселил ни мне, ни египтянину больше некуда было селиться по-хорошему. Поэтому греку, по его логике развития, действительно надо было нападать хоть на кого-то. Либо уговаривать меня какую-то дипломатию проводить и пилить француза, когда француз собирался на него нападать, либо пытаться захватывать Египет. Ну, вы еще скажете, что ему он уже мог еще и на меня напасть, но, собственно, это и было в игре. Они вдвоем с французом напали на меня и не смогли сделать ничего абсолютно. То есть это ошибочный был вариант. Поэтому либо пилить француза, причем я думаю, что как раз греку это лучший был вариант. Либо нападать на Египет. Почему на Египет похуже? Потому что у Египта в это время его уникальный юнит есть. Его эти коляски, они, конечно... Хотя и у грека есть его эти гоплиты, но... Не гоплиты, да, гоплиты. Но колясками вполне можно отбиваться. Что было дальше из дальнейшей логики? Тут понятно, что шотландцы бы пилили. Тут без вариантов, ему надо было как-то стараться раньше, до того, как араб вышел в мамлюки, стараться на араба нападать. Но тут, ну, просто без вариантов такая ситуация у человека. То есть он мог еще только тут где-то города ставить, и все равно это было бы мало. Его араб просто закрывает от всего остального мира. И готовит, то есть, мне кажется, шотландцу стоило на араба напасть до мамлюков арабских и попытаться хоть как-то его захватить. Фантом за Грузию умеет играть, просто человек понимает игру и спокойно получил отличное место для развития, ему ни на кого нападать не надо, он сидит, развивается себе спокойно, отличные гора, отличные горы, отличные кампуса, сиди, развивайся и в дальнейшем побеждай. Непонятное действие еще Египта. Если у индуса, благодаря тому, что француз не расселился, у индуса было место, где расселиться, и он этим занимался, тоже, кстати, вполне нормально сыграл, то чем занимался Египет, мне не совсем понятно. У него, конечно, хорошие города, он их хорошо поставил, но их все равно мало. Ему надо было, опять же, либо на грека нападать и захватывать, когда он на меня нападал, вот когда грек на меня нападал, Египту надо было нападать на грека и захватывать. Он говорил странные вещи, что у него маленькие города у грека, но дело не в количестве городов, а в тех районах, которые в них поставлены. Вот здесь Египет обязан был нападать и захватывать грека, когда тот воевал со мной. Это ошибка со стороны Египта, и он просто, ну, отсидел, отразвивался и не получил ничего. Вот. Ну и индус, у него единственная ошибка произошла, когда он сам меня обвинил, и ему пришлось мне просто пообещать не воевать до конца игры. То есть, так как Египет его не мог поддержать в войне со мной, один на один он не хотел со мной воевать, а так как он меня обвинил, он не смог заключить со мной дружбу и союз. Так бы прошло 20 ходов, и он бы мог, там, не знаю, на 146 ходу или на 145 со мной повоевать и помешать мне победить. Но он, видите, всего лишь одно неверное обвинение, вот поэтому я и предпочитаю в шестой циве без обвинений в основном объявлять войну. Потому что за те 5 ходов, пока ты кинул обвинение, может всякое произойти. Ты можешь передумать объявлять войну, а обвинение висит 30 ходов, и ты с человеком не можешь нормально никакие союзы заключать. В общем, вот такое мнение по поводу логики действий в этой игре. Да, ну, наверное, по поводу араба еще скажу. Я думаю, я не знаю просто, какие у вас там комментарии были, не видел, но я думаю, что многие из вас будут писать, что надо было арабу захватывать мои города, когда грузин меня ядерками закидывал. Ну, я, конечно, страна заинтересованная в этом плане, но сами посудите. Я-то могу в ответ арабу кинуть ядерку.
грузина я не достаю, а арабу я могу кидать ядерки. И так как я вторым вышел в ядерки после грузина, и у меня ядерки были, то араб посудил, что он просто таким образом мои города захватывает, а потом еще и теряет свои, потому что я на него буду кидать ядерки. Я могу их, например, не захватывать, а просто уничтожать. И в итоге в выигрыше остается грузин, на которого никто ничего не скинул. То, что у них вот произошла тут взаимная такая аннигиляция, но я считаю, тут скорее араб просто не подготовился, потому что у араба должен быть флот. У него должен быть намного круче флот, чем у грузина, судя по городам, как они расположены. У араба должен был быть больше флот, и он именно этим флотом должен был вот захватывать эти города, которые на побережье находятся. И грузину как раз их трудно обратно. Что получилось, то получилось. Давайте я вам сейчас включу обсуждение участников. Этот, блин, инженер. Это одна. Чтобы точно быть уверенным, да. Все победа по очкам. Халецкий. Ну, да, все равно у меня больше. Никто этого не ожидал. Всю игру Леша был на первом месте. Да, да. Слушайте, на меня сбросили... Со мной воевали постоянно грек и француз. На меня сбросили ядерки. Я не знаю, что тут еще. Как можно сказать, что меня мне не мешали? Вот фантом был в тепличную. Очки показывают, что-то я не вижу. Ну, очки заход, открой график. Счет заход. Там японец нормальный такой шажочек сделал в конце игры, ему чуть буквально не хватило. Индус. Кто? Индус. Блин, я что-то слепой и не вижу его. О, ниже, нужно про этот. Проскролить, я тоже начал. А, все, да. О, так я на третьем месте, фантом. Ха. Ну, конечно. Копил злобу. Я поскольку еще на Лешу скинул. Так я думаю, это бы не сильно пришел. Тебя юнитов не было, чтобы забирать. У меня были хотя бы юниты. А вот ты мог бы увидеть, между прочим. Если бы я на Лешу пошел. Да. Ну, в общем, вот всего сражений показывает, что как раз больше всего воевал за всю игру я. Ну, это неудивительно. Ты был всегда впереди, когда ты воевал. У тебя всегда были юниты лучше, чем у врага. Ну, не лучше, такие же. Как минимум, как минимум. Там по экономике все хорошо у него было, насколько я понимаю. Нет, смотри, они на него пошли всадниками и мечниками, у него уже были рыцари. Потом он пошел на танках, на Инктуса. Инктуса не было танков. Они же на него напали просто слабо, то есть у них не было юнитов нормальных. Были бы у них рыцари, или если бы не раньше напали, тогда было бы все ок. Не, все-таки вот 150 ходов это мало для научной победы. Нет, нет, нормально. У нас люди улетали на 138-м. Я это никогда не забуду, как Сандору улетел. Не, понимаешь, если чисто идти по научной ветке, да, то есть не идти там в танки, вот в это все. Ну, к тебе приедут просто на танках, скинут на тебя ядерки. Нет, и ты все, просто и не играл в Сандро. Поиграешь в Сандро, поймешь. У Сандро всегда есть танки. У него всегда есть танки, да, у него есть ядерки, и он все равно улетает. Просто потому что он очень круто играет. За 150 ходов. За 128. 128, не 138. Не, ну это если в тепличных условиях, понимаешь? Ну у меня тут, у меня под боком Халецкий, у меня под боком Египет, у меня еще тут подлодочки фантома плывут. Там была игра, когда у него было три соседа, и он... Ну хорошо, с какой нацией он играл? Кри. А, ну Кри, конечно, он отожрался на караванах, на вот этих вот читерных. Ну, конечно, у меня уже ничего вот такого не было тут. Ну, это стандартная, обычная нация. А почему ты Чандрагупту вообще выбрал? Это же вообще отстой. Ну, блин, не Рим уже брать и идти войной, потому что у нее ступенчатые колодцы для развития как раз очень хороши. А у Рима... Подожди, Рим одна из лучших наций для развития. Из-за того, что у него есть дороги и культура, ты просто берешь, прокачиваешь этого Магнуса на... Ну, первая там прокачка не на еду, а на производство, чтобы... На жителей. Чтобы жители не тратились. Да, и в этом правительственной площади не зал... Как он... Не зал собраний, а... Да. То есть ты кучу очень дешевых поселенцев строишь. К тому же у тебя место было, куда расти. Мне, да. Мне не нравится эта стратегия. Все равно лучше 7 городов, в них посадить по этому.
по губернатору и развиваться спокойно. Нет, не, это тяжело, Зарим, все равно. Зарим, мне вот не нравится такая стратегия. Мне вот нравится поставить где-то 7, там, 8 городов и сидеть развиваться. Хороших таких крупных городов. Мне ну, вот слушай, проще играть. У тебя еще горга была. Мне вот Индия понравилась, то есть, ну, вот эти индийские колодцы, они хороши. За Индию вообще не сел бы играть. Не, и она здесь неплохо зашла. А мне очень много жилья эти ступенчатые колодцы давали и пищи. Очень много. Но я за них очень нормально отожрался. Если смотреть на территорию, там и Рим был бы лучше, и горга была бы еще лучше. Ну, там, конечно, горга, карта по-другому сгенерировалась бы, но если вот на той территории... Горга может быть, да. В новом мире проблем с холмами, ну, иногда бывают. Это один случай был, да? Да нет, тут... На самом деле, вот горга могла быть, ну, Рим, я не знаю. Не, ну, тут как бы выбираешь... У него таких бонусов для развития особо у Рима нет, вот. Через кучу городов эта страта не работает. То есть у тебя города там растут максимум до, там, ну, может, до 13 жителей, там, дай бог, они у тебя вырастут, да, без демократии, да, если мы берем. Ну, некоторые районы там нужные не сможешь построить. В смысле, ну, это бред вообще, это бред. Количество городов очень сильно решает в цели. Нет, там, да, даже 6 городов против 9 это огромная разница, даже если эти города будут меньше 10 жителей. Ну, конечно, если ты там построил кампус, там полностью. Два района стандарт. Центр коммерции, промзону, там, да. Конечно, если вот есть эти три района. Ну, так что тебе мешает-то? Бахаешь города и строишь районы. Обрабатываешь клетки. Индус накопил 10 тысяч где-то золота, потом, видимо, все слил на ап-юнитов. Пришел ко мне. Да, у меня очень много было золота, то есть у меня тут коляски стояли, у меня тут квадриремы стояли, я за один ход это все апнул. Я видел. И не использовал, просто... между прочим. Не, ну как, Грецию захватил. Очень долго ты. То есть это должен был быть такой мгновенный удар какой-то. Не знаю, захватить Грецию, это, по-моему, не достижение в этой игре. О чем я мог сделать? Ничего не мог сделать. Не дружиться с Алексеем, чтобы не связывать себе руки и другим людям. Не, понимаешь, мне один на один с ним оставаться гибельно. Просто он. Кто сказал, что один на один? Он лидер, на него тоже накинуться. Ну хорошо, Влад бы напал бы на него. Я бы напал. Ну ты бы как напал? Ядерками. А я захватывал. Я бомблю снизу, Влад слева. Не, я не говорю, то есть ошибка была, то есть не в том, что заключил я мир, а в том, что я заключил навечно мир. То есть если бы я бы его не осудил, мы заключили бы союз, там оставалось бы несколько ходов в конце, так же, как у вас. За несколько ходов там сложно что-то успеть. К слову, у нас в Орде нету правила про то, что договоренности на словах нерушимы. Я такого правила не помню. Ну, я вот правила не такого такой нету, такой, но что? Да, я тоже не буду. Я такую договоренность не нарушаю, просто потому что это... Так, в данном случае, играть неинтересно просто. Да, в данном случае это, ну, механика игры не позволяет заключить дружбу. То есть, тут есть механика игр, которая, если ты заключаешь дружбу, то ты просто не в состоянии объявить войну человеку, правильно? Здесь так получилось, что индус кинул на меня обвинение, ну, его ошибка. И тут получается, что мы не можем дружбу заключить, и чтобы быть уверенным друг в друге, потому что иначе, если бы я был вот, не уверен в нем, я с ним согласился бы и сразу же бы кидал на него ядерки, как только это было бы возможно. Эй, я там еще обкакался, у меня сначала был золотой век, где у меня, ну, героический век, где у меня устремление, это было взято на войну золотого века. Я обвинение кинул, а потом что-то отвлекся на другие юниты, оп, смотрю, я уже в темный упал и не могу объявить войну золотого века. То есть я хотел уже войну объявлять. Ну, это было бы не выигрышно, возможно. Ну, все равно то же самое, что война, что обвинение. Понимаешь, получается так, я в центре, все на меня могут напасть, но...
тот человек, который на меня нападает, он 100% тоже решается победы. Потому что у меня есть сила какая-то ему ответить. Собственно, как вы с фантомом, конечно, сейчас сделали. Это красиво от тебя игра, Лёш, то есть ты в центре, тут отовсюду на тебя могут напасть, и ты победил, это, конечно, игра на гайд. Ну, не знаю. Ну да, как бы, не, игра хорошая. Я позволю себе не согласиться. Инвиктус заруинил игру. Да, Invictus. Ну да, Invictus вот мог, где вот Чинган у меня, вот этот классный город с Петрой там совсем, он туда спокойно мог город поставить. Да, он мог туда спокойно развиваться. Не, просто он... Сначала он ни с того ни с сего решил повоевать в начале, толком не развившись. Ну, про это уже Алексей говорил. В итоге только усугубил свое положение, а из-за того, что он свое положение усугубил, в дальнейшем он просто сфидил. Да, так и есть. Да, он мог спокойно на северо-запад вообще развиваться, там забирать Окленд, там еще города ставить на этой там реке, Буэнос-Айрес забрать, пораньше Арму там забрать, туда вот развиваться спокойно и все. Invictus должен был развиваться. Invictus должен был развиваться, у него было место. Проблемы с местом. Да, место было. Только у грека в этой игре, по-моему. То есть вот реально, что прям вот негде селиться. У нас тоже, ну, меня тоже особо не играет. Лёш, а они же сначала Invictus и Грек на тебя напали, да? Нет, сначала Invictus вел армию всю на Грека нападать. То есть я прям видел, как там эти, он настроил дуболов. То есть он апнулся в мечников, лучников, но... Так гоплиты же останавливают. Ну да, как бы это понятно, но Грек ему внезапно сказал, давай мы лучше вдвоем нападем на Конга. И они вдвоем ко мне пришли тогда нападать. Но так как они это сказали, там, по-моему, ходов 11 аж было. То есть они так и договорились, что еще 11 ходов до окончания дружбы у меня с французом и с греком. То я, собственно, успел к моменту объявления их войны мне, я как раз ровно вышел в рыцарей. Апнулся в рыцарей. В общем-то, ну, были там, конечно, проблемы. Смог отбиться. А у них... Мечники только с... Ну, там еще Invictus вышел в арбалет. Вот. Отбился, заключил мир с греком. Сначала пытался захватить Invictus, но он вышел в мушкетеров. Ну, все, тогда мы просто спокойно сидели. У меня-то развитие было, у меня стояло 7 городов, вот когда они на меня напали. У меня уже 7 городов стояло, хороших. Потом я еще поставил... А мушкетеры когда апаются в этих, в императорских, этих... Там, а, они вместо кого? Пехотинцев, да? Нет, это... А может и вместо, кстати. По-моему, это отдельный юнит, на самом деле. Я не помню, честно говоря. Я тоже. Ну, он там хорошо, он хорошо стоял, но дело в том, что у Invictus'а два города не на его континенте. То есть они вообще легко брались. А, это вообще уникальный юнит, он... Улучшаются до мотопехоты и мушкетеров их в императорских гвардейцев, то есть получается апнуть нельзя, да? Ну, похоже на то, да. Я помню, что они открываются какашка. Кава. Да, ладно, ребята, я чувствую, уже все спят. Давайте, спасибо за игру. Да, спасибо. Спокойной ночи. Всем спасибо, очень хорошая, интересная игра была. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!